Всем добрый день, с вами снова Виталий Доровских. На прошлых видео мы коснулись таких тем, как принципы нулевого доверия при доступе в сеть и принципы работы решений класса Network Access Control. Сегодня расскажем о том, как UserGate клиент помогает при решении таких задач, а также коснемся лицензирования UserGate клиента. Покажем классическую сеть предприятия. На периметре у нас НГФВ, за периметром рабочие станции пользователей с установленным UserGate клиентом. Внутри периметра у нас рабочие станции таких же сотрудников также с установленным НГФВ. В самой сети у нас развернуты сервисы, которые необходимы для выполнения сотрудниками их функциональных обязанностей. Настроена служба доменов. Развернут лог-аналайзер. Либо CM. Также у нас есть менеджмент-центр для управления инфраструктурой. При доступе в сеть наши рабочие станции обращаются на сетевое оборудование. Извне строится VPN-клиент, VPN-туннель, внутри нет. Для того, чтобы определить, рабочие станции у нас безопасны или нет, мы проверяем ее на политике безопасности компании, на compliance. Проверяем такие параметры, как операционную систему, версионность, наличие и версионность фаервола, а также антивируса. В случае, если у нас рабочие станции проходят проверку на безопасность, им назначается необходимый доступ согласно правилам домена. Все события, которые происходят у нас на рабочих станциях, логируются и отправляются в лог-аналайзер либо CM. Менеджмент-центр у нас позволяет настраивать VPN и фаервол на рабочих станциях. Также у нас рабочие станции отправляют телеметрию. Который позволяет в режиме реального времени обнаружить пики, всплески и нестандартные режимы работы оборудования по нагрузке на процессор, загрузке оперативной памяти, загрузке жестких дисков. В случае, если у нас нет менеджмент-центра, работаем только через фаервол, у нас нет централизованного настройки VPN-тоннеля, а также фаерволов. Настраивать придется клиент вручную. Также, если у нас нету менеджмент-центра, соответственно, мы не сможем в онлайн-режиме просмотреть телеметрию. Лицензируется у нас в случае фаервола наборами по 10, 100 и 1000 подключений наборами. Лицензии у нас подписочные на 1 до 5 лет. Лицензия на менеджмент-центр UserGate клиент у нас состоит из двух частей. Первая – это постоянная лицензия, так называемая лимит, от 10 до 10 тысяч в наборе. То есть те же 10, 100, 1000, 10 тысяч. К нему, к менеджмент-центру, можно докупить подписочную модель лицензии NAC теми же наборами до 10 тысяч. В случае, если у нас только первая лицензия, мы собираем телеметрию, даем сегментированный доступ, отправляем логи в CM. В случае, если мы приобретаем
подписочную лицензию NAC. Мы можем проверять compliance, а также строить графики нагрузки машины. На этом сегодня все. До следующих встреч.